Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я буду рассказывать про рекламную площадку Surferner. Покажу вам, какая у меня структура за год, и покажу, как я даю рекламу и как я вывожу деньги. Смотрим, какие у меня баннеры и сколько я на них потратила. Я развиваю проект Call World, в котором я с 2013 года. Вот первый баннер. CTR у него 6,27%. Средний такой. Ни большой, ни маленький. Потрачено на него 1749 рублей. Следующий баннер у меня вот такой. За год купить квартиру. Тоже CTR 6,82. Потрачено на него 2375 рублей. Следующий баннер. Пенсионерка заработала здесь $1230 за неделю. А может быть, кто-то узнал мои баннеры, у него тоже выскакивал в браузере. CTR тут повыше, расход 1170 рублей. Следующий баннер. Считайте, сколько вы здесь можете заработать. На сайте есть калькулятор, проекту 5 лет. CTR здесь 5,95, расход 259 рублей. Вот этот баннер у меня анимированный. CTR 5,53, расход 240 рублей. Долой нищету 810 рублей. Здесь я вылезла из нищеты 825 рублей. Здесь CTR самый высокий 9,72. Вот где больше всего CTR, тот и надо баннер запускать. Сейчас я его и запущу. За 1000 показов 75 рублей. Я положу 200 рублей. Получится 2666 показов. Пополнить бюджет. Нажимаем. У нас идут показы. Теперь я покажу вам свою структуру. Нажимаем структура. Кстати, я выиграла на последнем вебинаре 1000 рублей как рекламодатель. И потратила его на рекламу. Также я здесь и зарабатываю. Рефералов на первом уровне у меня 291, на втором уровне у меня 1385, на третьем уровне 676, на четвертом уровне 90, на пятом уровне 6 и всего 2448 рефералов, которые почти все, у кого загружено вот такое расширение, приносят мне какие-то копеечки, рубли. Ну, если все пролистать, то увидим. Кто-то принес мне 1200 рублей. Кто-то принес мне 10 рублей. Кто-то мне ничего не принес. Кто-то мне принес 1 рубль 39 копеек. И вот так, если пролистать, то каждый день на мой баланс капает денежка, которую я сейчас буду выводить на свой Kiwi кошелек. Нажимаем вывод средств. Сейчас я буду выводить 1000 рублей на Kiwi. В целях безопасности максимальная сумма для вывода составляет 1000 рублей в день. Если вам необходимо вывести сумму, превышающую 1000 рублей, свяжитесь со службой поддержки. У меня баланс 1126 рублей, буду выводить 1000 рублей. Нажимаем Kiwi. Идем на почту. Получили мы одноразовый пин-код. Копируем его и вставляем вот в это окошко и нажимаем вывести средства. Итак, смотрим. Прошло около часа и мой Kiwi кошелек пополнился на 999 рублей 50 копеек. 50 копеек с 1000 рублей это очень маленькая комиссия, это здорово. Поэтому зарабатывайте вместе с Surferner, скачивайте и устанавливайте себе в браузер расширение, и пусть браузер приносит вам копейки. Но, как известно, копейка рубль бережет. И давайте здесь свою рекламу, потому что у нас уже скоро будет 1 миллион. И каждый день в Surferner прибавляются люди. Это ваша целевая аудитория. Ссылочка на Surferner под меня будет под этим видео.
Всем пока!